отойдите, отсюда, отойдите. Давай. Хороший кадр. Вот, поэтому трос. Отходи. Да, трос может прилететь оттуда. Ты его можешь потом не продать. Нет, вообще никакой. Вообще ни один не копает. Вообще ни один не копает. Так, линия проста. Ну, дальше уже все, дальше пропасть. Да такой короткий не отлетит. Такой короткий не летит. Вот бревно вот не упало. Я знаю. Давай я вот так вот здесь вот встану. У нас перед вообще не копает. Ну все плохо, но один так порвали. Хорош. Бля, хорош, пусти ребенка. Пусти. Давай. Ну она близко, хорошо. Далеко уже. Это которая в воде тоже работает, да? Дорогая. Ого. Хорош. А, привет. Дениска, так я поверху смотрю. Пробега никто не участвует. Там стоять опасно. Оттуда отходите, отходите оттуда. У него этот шрус. Левый шрус сломан. Он, по-моему, не выйдет, все. Руса нету левого, все. Нет, а Леша, вы участвуете? Нет. А, здорово. Леша, участвует? Да, у нас пару... Одна машина есть. Как вы? Жалко, у нас грунта такого нету там. Я не был. А мы не поехали, мы не подходим, у нас крыши нету. Не-не, сейчас уже все, сейчас уже... Нет, я вот сюда не поехал, я вам пишу, что где-то ремень. Здесь ничего сложного я вообще не вижу, честно. А, ладно, если бы туда. Ну да, ну почему не пустили, наших тоже много. А не говорили, написано, что крыша должна быть, либо каркас. Зачем? А минимум 3000 ремней. Ну вот здесь где? На дачке перевернулся. Нет, здесь... Ну и легу, и что дальше? Под запад. Скоростей нету, ничего нету. Полоси левой нету.
Видите? Я одно отвечаю, что дорога не едет. Ну, шрус крутил, свернул шрус. Он заклинил. Переднее левое колесо заклинило. А? Нет, ну, он просто не работает. Он заклинил. Он за счет этого блокировки. Если заклинил, то приучило. Не-не-не, он заклинил, внутри заклинил он. Рассыпался внутри и все. Переднее колесо его не пускает. Шрус заклинил! Отпусти лебедку, Андрю! Подожди, Андрей. Отпусти еще чуть-чуть лебедку ему. Хорош, сказал. Поехали.